Всем привет, дядь Юра дает прогноз на матч первого тура Лиги Наций Гибралтар-Сан-Марино. Статистика команд. В последних 15 своих матчах сборная Гибралтара 11 матчей отыграла, но без забьют нет и 9 на тотал больше. Было 13 поражений и 2 победы. Сан-Марино. В последних 15 своих матчах сборная Сан-Марино 14 матчей отыграла, но без забьют нет и 11 на тотал больше. Было 15 поражений. Перефразируя название известной голливудской комедии, можно сказать, что встречаются слабые и еще слабее. Сан-Марино официально является самой слабой сборной мира по футболу. За всю историю выступлений команды, начиная с 1992 года, Сан-Марино лишь трижды играла в ничью. В игре со сборной Казахстана сборная Сан-Марино добилась серьезного успеха, забила гол. Гибралтар не намного лучше выступает от Сан-Марино, однако в активе Гибралтара есть золотой матч, который озолотил все букмекерские конторы мира. Речь идет о победе Гибралтара над сборной Армении, да еще и на ее поле. Эта суперсенсация произошла 13 октября 2018 года. Коэффициент на победу Гибралтара колебался в отметке 30. Особо прогнозировать и анализировать на этот матч нечего. Если не случится чудо, то Гибралтар выиграет в сухую. Вряд ли будет забито слишком много мячей. Пожалуй, вариант где-то на 2-0 будет самое то. Поэтому наиболее ожидаемой будет связка с того, кто тал меньше, обе забьют нет, победа первой команды. Коэффициенты на победу первой команды и обе забьют нет можно с некоторой долей натяжки отнести к разряду железяк. С тотал меньше 2,5 тут могут быть варианты, поэтому лучше взять обе забьют нет за 1,54. Очень высокий коэффициент, как для такого случая. Такая ставка играла 14 раз в последних 15 матчах с участием Сан-Марино. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы и болейте только за свою любимую команду.